В преддверии священного месяца Рамазан в Казахстане произошли события, которые унесли жизни невинных людей. Группа радикально настроенных террористов, захватив оружие, начали стрельбу в городе Актюбе, в результате которой погибли не только полицейские и военнослужащие, но и простые горожане. По поводу произошедших событий высказались эксперты и теологи. Вот то, что произошло в Актюбинске, это омерзительно. Кучка людей выступили с оружием в руках против мирного населения. И, конечно, мы осуждаем это действие экстремистов. На сегодняшний день мы должны понять, что мы являемся одним из объектов информационной войны против, и это как раз-таки эта информационная сетевая война направлена против Казахстана. Этому четко свидетельствует тот факт, что как раз-таки выступление этих боевиков в Актюбинске, она была спровоцирована тем, что был некая фетва Аднани, который сказал, что давайте видите джихад у себя на местах, и главное, не разделяйте их на мирных и на военных людей. Председатель Духовного управления мусульман Казахстана шейх Ержан Кажы Малгажулов сказал в своем заявлении Духовное управление мусульман Казахстана выражает глубокое соболезнование родным и близким погибших. И мы надеемся, что в этот благословенный месяц наши молитвы будут услышаны, и в нашей стране, и у всех мусульман будет мир.